На фоне пандемии коронавируса в мире самым актуальным вопросом остается, как себя защитить. Предпринимаются меры по противодействию распространению вируса. Карантин, самоизоляция, применение средств самозащиты. В дефиците по всему миру оказались маски. Массовые скупки средств защиты привели к их нехватке. Однако и в этом вопросе общество разделилось. Одни считают, что маски необходимы, другие не придают им никакого значения в борьбе с коронавирусом. Якобы эти средства защиты не могут противодействовать заражению вирусом. Как мы знаем, инфекция передается воздушно-капельным путем, воздушно-пылевым путем, контактным путем. И маска у нас служит как барьерная функция. Согласно новым временным рекомендациям по коронавирусной инфекции, маска в первую очередь предназначена для заболевшего человека, так как при чихании, при кашле выделяются вирусы, а маска при этом может ограничить это выделение вирусов. Также маску следует носить людям, которые лечат больных, которые выполняют определенные манипуляции. И также, конечно, здоровым людям, которые могут при каких-то обстоятельствах поконтактировать с больным человеком. И чтобы снизить максимально риск заболевания, вот, следует носить маски тоже. Наиболее эффективными средствами защиты являются, конечно же, респираторы. Одноразовые маски тоже выполняют свои функции по защите, но на определенный срок. Ну, конечно, респираторы лучше всего носить, но пойдут и одноразовые маски. Только их следует менять каждые 2-3 часа. Одноразовые маски следует выкидывать сразу же, конечно же, после использования, а многоразовые их можно, допустим, мыть моющими средствами, гладить и таким образом уже используются заново. Несмотря на то, что мнения разделяются, конечно, маски следует носить, только если использовать их правильно, конечно, эффект будет получше, так как менять их нужно каждые 2-3 часа. Многие люди подвергают сомнению факт распространения вируса или же вовсе его наличие. Тем самым игнорируют самые обычные методы самозащиты. Частое мытье рук, дезинфекцию, без опаски посещают места массового скопления людей. Именно для такой категории Министерство здравоохранения разных стран выпускают видеоматериалы, где наглядно показано, каким образом передается вирус от человека к человеку. Какие бы ни были мнения насчет эффективности средств защиты, следует отметить одно. Учитывая ситуацию по всему миру, в борьбе с распространением вируса все средства противодействия необходимы, и даже самые обычные маски. Роза Дедеева, Александр Кокоев, информационный выпуск сегодня.